На центральной площади Бендер больше не будут парковаться автомобили. Городские власти закрыли стоянку, так как, согласно планам застройки, площадь освобождения должна быть пешеходной и использоваться исключительно для праздничных мероприятий. Сложилась такая ситуация, что у нас за день до праздничных мероприятий необходимо проводить освобождение площади. То есть у нас ЖЭК номер один освобождает площадь от малых архитектурных форм. На следующий день после проведения мероприятия они эти формы опять восстанавливают на место. И затраты при этом составляют ориентировочно за одно мероприятие 1000 рублей. Кроме этого, у нас очень было много обращений жителей города, особенно с жилого дома номер 20 по улице Ленина, где под окнами расположена данная стоянка. Мнения самих жителей разделились. Кто-то против парковки, а кто-то считает, что она необходима городу. Конечно, правильно. Это же лицо города. Ну, можно какими-то другими путями объехать где-то, что-то в другом месте чуть-чуть, чтобы тут было свободнее в городе, красивее и уютнее, и чтобы людям было ходить нормально. На стоянке было очень хорошо. Сейчас вокруг рынка невозможно, даже поблизости негде поставить машину. И приходится нарушения всякие делать, и нехорошо это. Надо было оставить площадку. Здесь помещалось очень много машин. В Бендерской госадминистрации признаются, что действительно в центре города недостаточно парковок. Управлению архитектуры уже поручено найти новые места для стоянки автомобилей.